ваш куратор. Доброго пути, гонщики. Пробиваясь на бандитскую гонку, Тай пошел против старшей сестры и ее клуба бунтарей. Гонщики, ваш куратор даже отсюда слышит запах паленой резины. Оба гонщика зажгли на квотере, но мне сообщают, что когда солнце село, на финише первым оказался Тайлер. Тай, поздравляю тебя с победой. Похоже, сестра нашла брата, который может поучить ее дрэг-рейсингу. Может, не такая уж она и старше? Решено. Отныне зову ее младшей сестрой. Джесс? Тай? Ребят, вы что тут делаете? Я за Джимми приехала. Мой давний клиент. Локатрина хотела реванш. Мне звонила девушка из Лиги 73. Подстава. Наварра. Как это делается? Так точно. Принято. Какого черта? Мак, что происходит? Подожди. Все нормально. Полицейский вертолет высветил меня лучом, и я начал терять контроль над машиной. Все в норме? Ага, я ушел под эстакаду. Вроде все прекратилось. Осторожнее, ребята, берегитесь прожектора. Ребята, Мака блокировали с вертолета. Держитесь от вертушки подальше. Направляется на север. Черт! Джесс? Прости, все нормально. Через заслон проходила. Протиснула. Точно вы с ним вернулся. Диспетчер, я воздух синим. Следую за машиной, запускаю в скайхаммер. Черт, за мной вертушка летит. Она мне мешает ехать. Надо уйти от прожектора. Езжай на круговую развязку строги. Встретимся там. Потеряли визуальный контакт. Скорей, дай! Вертолет оглушит твой движок. Ну давай, давай! На стройке я тебя прикрою. Уже можно, Мак? Машина отказала! Мак! Эй, урод! Сюда давай! Я снова на ходу. Сваливай оттуда. Я у тебя в долгу, Мак. Вот мое решение. Нам надо выбраться из города. Копы взяли за нас серьезно. Ты права. Надо валить. Я еду по водосливу. Вертушки же хватит ума меня не преследовать. Да? Воздух 7. Почему не преследуете машину? Не могу. Диаметр винта не позволяет. Жаль, машина. Придется позвонить шефу полиции. Может, он направит квалифицированного специалиста? Нет, я отправлюсь вам. Я так и думала. Навар! Ты правда так удивлен? Если она там тянет за ниточки, тогда дела совсем плохи. Блокирую уходящую машину. Меня преследуют. Что будем делать? В конце слева есть эстакада. Встретимся там. Ты сможешь, сестренка. Принято, машина направляется на юг. Я долго так не выдержу. Надо ехать в Джесс. Давай, давай! Уже скоро. Я иду. Джесс, приготовься. Я Линкольн 1.30. Подозреваемый ушел. Он направлялся на юг. Через... Вот мое решение. Нам надо выбраться из города. Копы взяли за нас серьезно. Ты права. Надо валить. Я еду по водосливу. Вертушки же хватит ума меня не преследовать. Да?
секунды. Воздух 7, почему не преследуете машину? Не могу, диаметр винта не позволяет. Жаль, придется позвонить шефу полиции. Может, он направит квалифицированного специалиста? Нет, я справлюсь сам. Я так и думала. Наварро! Ты правда так удивлен? Если она там тянет за ниточки, тогда дела совсем плохи. Блокирую уходящую машину. Меня преследуют. Что будем делать? В конце слева есть эстакада. Встретимся там. Ты сможешь, сестренка. Ха-ха! Прости, брат. Принято, Адам 13. Я долго так не выдержу. Надо ехать в Джесс. Давай, давай! Уже скоро! Я иду! Джесс! Джесс? Смотрите и учитесь, мальчики. Пока! Все, теперь сможешь отдохнуть. Встретимся за городом. Берегите себя. Поздно уже беречься. Сегодня будто вся полиция города крови жаждет. Преступники какие-то. Джесс. Ну, в смысле, настоящие преступники. О! Какого черта ты творишь? Адам 1-12, прошу сообщить местонахождение. Едет на юг. Оно вали. Говорит А-35. Черт, они и Лейксайд заблокировали. Постараюсь оторваться от них в переулок. Ну, хотя бы вертушка за тобой не пролетит. На это даже Шулер не стал бы ставить. Воздух 7. Оправдание я больше не приму. Машину не теряй. Но, мэм. Дом будет следить. Потеряете машину, сразу ищите другой город для жительства. Диспетчер, объект замедлен. Он врезался в заслоны. Заслоны нарушителя не заметили. Боже, он сумасшедший! Дай угадать. Он полетел за тобой в переулок. Но он на меня не наведется. Направляется на север по Кулич-стрит. Принято. Преследуемый уходит на север по Кулич-3. Я на кольцевой. Вы где, ребята? Еду на юг. Я тоже. Новый план. Встречаемся на 620-м. Оно строится там много оборудования. Устроим хаос и перекроем пути отхода. Погнали. Объект направляется на запад. По кольцевой северок. Ребята, готовьтесь. У меня тут, кажется, половина полиции Сильвер-Рока на хвосте. А у меня другая половина. А у меня вертушка. Готовы повезти? Вот это я понимаю. Бьемся, как одна команда. Если проиграем, проиграем вместе. Ну нет, мы выберемся. Блокирую машину подозреваемого. Джесс, новый план, пожалуйста. Скоро будет тоннель. Уйду из поля зрения вертолета. Потом оторвемся в пустыню. Не теряйте их, не то пожалеете. Она никуда не уйдет. Объект направляется на запад. По магистрали Айш. Надо поспешить. Вертушка меня обездвижит. Машина направляется на запад. Держу машину подозреваемого на прицеле. Говорит L1-3. Диспетчер, я потерял объект. Нет. Летите на другую сторону. Ладно. Хочешь играть серьезно? Господи! Так, ребята, уходим отсюда. Рад видеть, что ты жив и здоров, Тай. Относительно. У них есть какой-то типа дрон Скайхаммер.
может мгновенно заглушить у машины движок. Его им дала Навара. Скайхаммер, говоришь? Ты про это знаешь? Возможно. Чтобы точно сказать, надо увидеть устройство. Украсть образец технологии у дома, пока все копы ищут нас в даунтауне. Это все? Тай. А, ты еще не в тюрьме, отлично. Давай встретимся. В центр ехать не могу, слишком опасно, на хвосте много копов. Думаешь, я не знаю? Отправляю координаты, там точка за городом. Ты ведь едешь, да? Как будто у меня еще есть варианты. Это так, а вот у меня есть, так что давай побыстрее. Я кое-что нарыл. Устройство у копов? Я знаю, что это. Да? Это блокиратор. Новейшая технология. Удаленно отключает в машине электронику. А ты откуда знаешь? Я его спроектировал. Что? Когда в армии служил. В серию он тогда не пошел, а вот теперь кто-то запустил. Дом будет им пользоваться на бандитской гонке. Я это гарантирую. Возможно, я смогу сделать средство защиты... Но нужно как-то изучить блокиратор. То есть тебе нужно целое устройство? Мы что-нибудь придумаем. Mm-hmm.
Да это же враг общества номер один. Наверняка сейчас какой-нибудь коп в участке бросает дротики в твою фотографию. Не сомневаюсь. В чем дело? Букмекеры ставят сток одному, что ты дойдешь до бандитской гонки. Этого мало. Надо уравнять шансы. Ты же знаешь, я не могу сейчас гонять в центре города. За пределами города полно команд, парень. Шумовая бомба, армия Эмбера, серебряная шестерка. Если хорошо попросишь, они, может быть, даже с домом помогут. Дом крепко взялся за нас, так что союзники лишними не будут. Отлично. Ты мой личный чемпион. Я тебя не выпущу из поля зрения, пока мы не разыграем игру полностью. Гонщики, это голос Куратора. На улицах ходят слухи, что на бандитской гонке этого года разыграется история Давида и Голиафа. Небольшая группа начинающих водителей мчится к стартовой черте. А что же коллекционер, главарь дома? Он этому не рад. Команда Тайлера победила половину уличных лиг Фортуны Вэлли. Достойные усилия, но нужно сделать еще многое. Впереди главные трудности. Я обращаюсь к команде, которая смогла. Улица аплодирует вам. Гордитесь собой. Рассекайте улицы. Устройте дому веселую жизнь. Так-так, команду начинают замечать.
Ел, Мак. Не помню. Стой! Я узнаю вчера, чего ты. Это был ты? Я думал, опять крысы. Крысы тоже есть. Я с одной из них боролся за последний кусок. Что, типа дуэли один на один? В точку. Хорошо, что крыса не достает до педали газа. Миллер, для тебя есть задание. Сначала дай полезную наводку. Мне нужен главарь дома. Коллекционер. Он привозит новую технику, как ту, что была на Кёнигсеге. Я слушаю. Ты попала в список Наварро. Это твой шанс работать под прикрытием и найти то, чего ты ищешь. Главное, будь начеку и лишнего не болтай. Поздравляю, Миллер. Теперь ты работаешь на дом. Ты сегодня деньги развозишь? Угу. Навара сказала, что ты немногословна. Вот деньги и координаты. Не думай, что сможешь свалить с деньгами. Я слежу за тобой по GPS. Совсем нет места доверию. Деньги у тебя? Ага, я еду. Хорошо, выпей чеку и не задерживайся. Джесс! Привет! Что там у тебя с технологией дома? В процессе. Надо поторопиться. Дом набрал обороты. На такие вещи нужно время. Придется тебе мне поверить, Стай. Я верю, Джесс. А вот дому я не верю. Время на исходе. Доставка взяток. Да потише ты. Ищем другие остановки. Миллер. Как твои дела? Вообще есть хочется ужасно. Я про деньги. Выдала кучу наличности человеку. По виду механику. Это, видимо, лучший инженер черного рынка Сильверрока. Он работает с новейшими запчастями. Они в серию пойдут только годы спустя. Гонщики дома получают любую технику, какая бы ни поступила. Пожертвования сиротам Южного Судана прибыли, сэр. А ты, я вижу, дерзкая. Как тебя зовут? Родители забыли имя дать.
стараться не надо. Это был Митко Васильев. Днем высокопоставленный дипломат, ночью уличный мальчик. Зачем иностранному дипломату нужны взятки от дома? Он заправляет гоночной лигой «Алмазный квартал». Эти деньги для подставных гонок. Ты это расследуешь? Василий Шестерка. Мне нужен его босс. Коллекционер. Богатого козла. Это ты? Где деньги? Ну вот и все. Кто этот славный джентльмен? Вижу, ты встретила Хольцмана. Он подрядчик на строительстве небоскреба коллекционера и босс команды гонщиков «Рисковая компания». Как мило. Зато теперь ты знаешь, против кого твоя команда. Не передумай. Черт, из два. Рады это слышать. Здравствуйте, офицер Брэдли. Давайте без подколок, мадам. Где деньги для таможенников? Вот, поешьте пончиков за счет дома. Почти все. Морган? Говорит Джесс. Есть новая инфа по дому. Это их новая технология, ее сначала надо растаможить. Значит, повезут самолетом. А ты точно знаешь? Я копа подкупила. А, ладно. Крутая тачка. Фу, ты разговариваешь? Можно бы и спасибо сказать. Уйди с глаз моих. Все, это последний. Кого надо, леди. Если что, есть еще работа. Что думаете? Это по моей части. Рад это слышать. Отправляю координаты. Мое время. Thank you.
Ребята, у меня есть для вас два новых гаража. Один в Silver Canyon, другой у Mount Providence. Что скажете? Лишние деньги есть?